Приветствую всех любителей пошаговых стратегий и тех, кто беспокоится, что Колумбия не станет великой. Не беспокойтесь, станет. Это говорю вам я, Алехандро Боливар, который ведет Колумбию к величию сквозь Рим и Венгрию, очевидно. В общем, все будет зашибись, мне кажется. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше начать смотреть с самого начала. Ссылка на первую серию есть в описании к видео, либо вот в верхнем правом углу появляется. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Ну а я продолжаю. Собственно, мои гитаристы. Вот так был сыгран гимн Колумбии только что. Несут культуру этим варварам. Всяким. Кстати, я хочу посмотреть, что нам тут все-таки за религию Кри наприносило, что за даосизм. Храмы и святилища, кстати, можно попробовать, и ваты. А вот это вот все, нет, еще примат папы, только Кри работает, а Святой Орден. В принципе, кстати, можно и священные места подумать кое-где построить. Почему и нет? Так. Ну, я дождался, в общем-то, пушечек, арты. И следующим ходом начну эстергом, видимо, обстреливать. Тут у нас апнуто. Так что пока постоим. Тут я занимался Дьером. Не знаю, я вот думаю, что Дьер, мне кажется, стоит просто захватить и уничтожить. Я не думаю, что здесь кто-то из других цивилизаций сможет город поставить, а по мне так он... То есть вот он эти клетки вот отобрал у Пешта и Сети, например. Ну и у Будды. Что тут, какая тут... Какая в нем ценность у Дьера? Никакой. Я считаю, надо его будет... А, они стрелять отсюда не могут. Я вспомнил, что я как-то не очень шло. Ладно, поехали. Тут я построил рабочего. Это Канцу, что ли, относится? Да, отдадим Картахене. По-моему, тут еще надо будет. Давайте обработаем. Так, ну, Картахена сейчас должна... Как на дрожжах, мне кажется. Расти. Все вот так сделаю. А, и так один. Ладно, оставим. Так, какой район мне тут хочется? Или какую... Чудо. Статую свободы я не хочу. Может, Эйфелеву башню... Нет, она у центра города только. И Панамский канал... Не очень. Как-то вот надо вот эти пустынные клетки задействовать бы. Промышленная зона. Плюс 2. О, плюс 4. А, ну конечно, тут акведук же у нас. Так, подожди, а плюс 4, все равно это мало. Акведук, стратегический ресурс плюс 1. А где стратегический ресурс? А, акведук на нефти прямо, отлично. И две лесопилки, отлично. Так я тогда тут ставлю промышленную зону. Очень хорошо. Вот в Анции, конечно, промышленная зона здесь, ну, комп поставил плохо. Вот тут она вот здесь бы была офигительная. Стоп, это я поставил ее там. Судя по тому, что она сейчас строится. Блин. Не, подожди, тут мы... Это на Рим... Стоп. Это вообще не от Анции, это от Рима, походу, промышленная зона. Вот промышленная зона от Анции, да, тут плюс 5. Это от Рима. Ну, вот ее комп поставил, да. Ух ты, тут еще нефть. Так. Ну, здесь нужен... Нужно нефть обработать, конечно. Давайте строителя сначала, потом мастерскую. И дальше пойдем, я думаю, в авиацию. Светопромышленной эпохи, ну...
Как-нибудь пропустим это дело. Так, надо так, чтобы на всех тут эти ребята действовали. Вот так, да. Так, Кабул, я союзник Кабула все еще, да. Не, ладно, я постою пока тут. Что-то не хочется атаковать. Боже, линия Наски, это, конечно, вообще. Вот в этом случае, когда пустыня рядом с нормальными клетками, это вообще офигительная штука. Ну и тут еще надо как-то продумать все-таки расстановку, как-то сделать, чтобы вот эти клетки... Ну вот это, единственное, я тут оставлю все-таки. Хотя... Ладно, надо подумать там. Ну иди, тут еще придется нам убрать. Мне надо нефть тут обработать, конечно, они. А, ну вот, давайте этого парня сюда переведем. Кахоке фабрика. Акведук. В Аквилее акведук. Может расти теперь верфь. О, союз с Кристиной истек. Стоит ли мне его продлевать, вот я думаю. То есть я уже подумаю о том, чтобы полностью весь этот континент сделать Великой Колумбией. Но все равно, ладно, вначале мы все равно туда пойдем влево. Потому что тут к Швеции очень неудобно, да и хорошие отношения у нас вроде. Надо бы продлить, наверное, союз. Плантация плюс одну пищу. Так. Дружба. О, не друзья. А, давайте хотя бы посольство к ней кину. Что она меня больше не любит? Конечно, я тут всех захватываю. Ну чё, как тут наши... Как наша арта? Это ведь я за воздушным шаром еще пойду. Угу, пока. Еще странно, почему. Сейчас арта не стреляет. Ладно, встану пока сюда. Вот еще клетка одна. Да блин, ну что ж ты так двигаешься через жопу? Ладно, давайте я тут сначала обработаю. Наверное, вот тут надо убрать. Мне кажется, вот тут убрать. Чтобы вот эту клетку можно было обрабатывать. Купим потом воздушный шарик тут. Пока просто постоим. Хотя может этого подойти Дир. Так, тут у нас холм. Вот тут холм, по-моему, да? Отсюда должен пострелять, по идее. Ага. О, это повеселее. Так, этот парень работает тут на всех. Этого, наверное, сюда подвину. Ну, пускай тут стоит. Так, пешт сильно отваливается. Минус 3,7, нормально.
Это терпимо. О, а почему... Стоп. Тут холм, что ли? А, тут холм. Блин. Ну и с торгом вообще какая-то. Короче, мне DR надо сначала брать, потом буду, похоже. Потому что это с торгом вот отсюда прям даже не берется никак, что ли. Ощущение технологии, вероятность побега. Все, уже технологий тут никаких нету. Банк. Мне надо два банка, кстати. А, уже построено. Отлично. Так, в Кита. Ну, шпиона еще тогда. Эйфелеву башню я не хочу строить. Немножко бессмысленная такая. О, в Арпине Руручка. А давайте попробуем. Вот Руручку я бы с удовольствием построил. Только давайте сначала, может, угольную тут. Я даже, может, ее куплю. Ну, просто чтобы быстрее 10 производств. То есть это еще плюс 10 производств. Это. О, сразу на 3. На 3 хода быстрее Рурка строится. Боже, почему у нас так все еще на карте? Уже Рим вынесли. Так, у меня 2 шелка, 2 шоколада. А ну-ка. Интеря у меня точно нету. Защитник великих людей. Потому что я их не беру, что ли? Слабое извержение. Вот эта одна клетка улучшилась. Отлично. И героический век начался. Вот, по-моему... Сейчас Великая Колумбия заслужила, конечно, героический век. Мы очень сильно поработали над тем, чтобы... Мы 2 века были в темных. И этот героический век как вознаграждение. Пригород. Надо нам что-нибудь менять тут. Скидка на улучшение юнитов, ресурсах и золоте. Ну, вообще там надо, конечно, апнуть пушку, но там всего одна. Не, наверное, не буду ставить. Наверное, просто содержание юнитов поставлю. Я даже ничего не строю. Так, соседство, соседство. А, и тут карточка темного века ушла. Селенцев 2 к жилью, 1 к довольству. Ну, давайте строителей поставлю. Хотя, может, каких-нибудь вот этих. На шпионов, например. Или учетные банки. Ну, у меня там одного шпиона. Ладно, давайте на учетные банки. Это круче будет сейчас. К моим союзничкам. Нобелевская премия по литературе. Я не получаю ничего. Зато героический век, зато, слушайте, и норвежец, и зулус, и японец, много кто в героический век выполз. Ну, пожалуй, все, кроме здесь живут драконы, потому что нафиг мне это надо. Отлично. И новый команданты появляется. Что дает все наземные боевые юниты в пределах двух клеток, восстанавливают все очки перемещения и способность атаковать. Вот это, кстати, крутая штука. Это мы могли бы... То есть вы нападаете на кого-то, потом вы это используете еще раз теми же юнитами. Нападаете. Ужас. Так, тут полевую пушку, наверное, полечиться отправим.
Надо же его как-то захватить. Да, тут, наверное, просто постоим. Полечимся. Надо нефти больше, чтобы апнуть в большие пушки. Так, здесь пойдем мобилизацию. Нам, у нас два корпуса. Кстати, надо еще один корпус, просто еще одну пушку купить. Будет два корпуса. Давайте отойду здесь, полечусь. Не хочу, чтобы меня убили эту. Пластмассы ускорили. Ну, я бы вот здесь сделал, а вот тут убрал. Хотя, подождите, здесь бы тоже... Не, наверное, вот здесь надо оставить. Ладно, вот тут я оставлю. Вот тут уберу. И сюда поставлю еще. Вот так. С другой стороны, нет, подождите. Вот тут надо, наверное, поставить, а вот тут убрать, а вот тут оставить. Сложные вычисления. 4 еды, 4 производства. Ужас. Да, вот теперь Баринос становится офигительным городом, но для этого надо было, конечно, довольно долго подождать. Так, ну они же неубиваемые, то есть просто можно подводить и все. Так, а вот тут, наверное, можно Эйфелеву башню вот тут попробовать. Создать танк, озарение электричества, создать танк, выйдет девочка, вынесет танк. О, вот и Бермудский треугольник. Новое чудо, ну-ка. Где там оно? Вообще, какие мы тут чудеса нашли? 7 штук. Озеро Крейтер, да, помню. Галапагосские острова, вот они. Бермудский треугольник. Так, я хочу в него запрыгнуть. Смотрите, сколько науки дает вокруг. Ну, он, как я говорил, он в океане находится. Это типа как было это Крокотау в пятой циве, который практически невозможно использовать, это чудо. 5 науки, 10 науки, 10 науки. И эти клетки внутри, 10 науки. Ладно, я следующим ходом туда прыгну. Улуру это я использую. Найдено 7, а показывает 1, 2, 3, 4. Где же еще 3 чуда? Отличненько. Так, что тут? Что ты моих гитаристов обижаешь? Никакого мира с тобой. Ты гитаристов обижаешь? Ты какой-то рэпер, что ли? Венгер-рэпер, мне кажется. Наших Деспасита мучает. Так, не расширяется под влиянием культуры. Не знаю, давайте... Вот там дофига культуры. А, у России должно быть.
Россия не расширяется под влиянием культуры, только войной. Туризм. Не дают очки туризма, пускай литературные произведения. 2 очка дипломатической победы. Я. У меня, кстати, обратите внимание, 0 дипломатических очков, потому что я позахватывал. У меня там явно офигительный минус какой-то валит. Минус 14, зашибись. Осуществляет культурный завод Петр Великий. А кто туда так вбросил? А все просто по одному проголосовали, ясно. Зашибись. Удваивается от скульптуры, но это ладно, это не так часто скульптура. И 2 очка дипломатической победы, японец. Да, странно все проголосовалось. О, Тесла. Дают 2 производства и на 3 клетки дальше. Так, я хочу сначала в Бермудский треугольник запрыгнуть. Итак. И куда оно? Хоть бы переносили, куда юнит прыгает. О, вот сюда ее перенесло. Ну, такое. Конечно, когда ты вначале его находишь и прыгаешь, это хорошо для исследования, несомненно. Но сейчас... Так, давайте пригород, наверное, я тут поставлю, чтобы соседство камп... Ну, это вообще плюс 4. Если плюс 6, нет, плюс 4, давайте. Асьент надо больше, кстати, строить. Шпион готов. Пригород. Ну, эти пригороды хорошо ставятся в пустыне. Ну или не Наски хочется рисовать, с другой стороны. Если я здесь поставлю... 4 будет. Ну и там 4, и тут 4. Давайте я тут поставлю. Кстати, можно апать. И повышать. Ладно, сначала апну. Подрыв плотины. Срыв ракетостроения. Блин. Не, я не хочу на родную территорию пока посылать. Хватит захватить, хотя да блин, чуть-чуть. Так, тут покупаем арту, вот так, и делаем корпус. Вот и мобилизацию продвинули, отлично. Следующим ходом покупаем. Ну что, поставлю, чтобы он на нее агрился. Воздушный шарик покупаем. Мне кажется, мне этих генералов как-то, конечно, надо использовать. Три еды, три производства. Просто. Просто обалдеть.
Так, это какой-то бессмысленный у меня поселенец. Может, удалить его просто? Кто у нас лидер по науке? Японец. У японца вообще есть куда посадить меня? О, в Киото, давайте. Мне кажется, вот этого надо использовать в Арпине, где будет русская долина, чтобы как раз по максимуму вот это процентное соотношение на... производство работало. Может, какой-нибудь... Чудо, по-моему, все чудеса на пустыню разобрали. То есть театралочку мне негде тут забубенить. Ладно, давайте пригород следующий вот здесь поставлю. Слушайте, а на оазисы работают эти наски? Что-то я не вижу, чтобы... Так, денег нет, надо будет купить следующим ходом. 528 вход? А, ну да, это я взял, это у меня караваны пошли, я героический век взял. О, по 34 в Австралию бегает, нифига себе. Думаю, откуда такое? Блин, приятно, столько дамп, это у меня столько электричества будет, когда я его открою. Черный что-то от меня еще требует. Так, ну... Создание поселенцев, отмародерство... Нет, ничего не будем пока менять. Так. Может этот... Блин, этот не хочет со мной. Блин, если австралийцы захочет со мной продлевать союз, будет плохо. Столько минус денег сразу. Так, ну, Диер мы уничтожаем. Правильно, пока обстреляем этого и уничтожим. Так. У нас надо его защитить, чтобы его не атаковали. Тур раненый Льянеро опасненько. Я еще городом, мне же надо опыт получать. Пеште покупаем воздушный шеб. Блин, я там что-то хотел. А, ну отложим пока покупку. Оазиса, потому что мне воздушный шар нужнее. У меня сразу мои все пушки будут работать.
Ну. Пингалу прокачивать. Ну, как бы уже... Ничего, ну ладно, мокшу последнего давайте. Давайте его в Баринос как раз. Странно. А, потому что тут уже куплен воздушный шар, поэтому на него действует дальность. Прикол. Ну, следующим ходом из торгом упадет. Эти вопли Кри. Не-не, какая война. Плаваем. Ну, с нефтью мне повезло, конечно. Тут у меня много нефти. Так, пока, наверное, тут в Хатусе дополнительные ресурсы. Такое себе. Да, наверное, никуда больше не отправляем послов. Откроем экономику. Стандартизацию, наверное. И потом уже пойдем в радио. Хотя, блин, нет, давайте стандартизацию. Я бы еще химию. Раз-два района пригорода будет построено. И... Идем в радио и улучшенную авиацию. Падение Венгрии. Венецианский арсенал построил. Which in time of peace... Первый город с пригородом, зашибись. Еще даже никто в стране, на планете не строил пригороды. А я построил. Блин, ну конечно можно акведук для плюс, но тут... Как бы тоже производство на этой клетке дается. Так что давайте начнем пригород в богате. О, надо еще рыбу эту обработать. Так, все, теперь я хочу купить все-таки оазис и посмотреть, будут ли на него эти... Нифига себе. Ничего себе. Надо сразу тогда этот выкупать. Просто... Просто нелегальное что-то. Но опять же, до этого дожить надо. Это ж не сразу эти наски так работали. Круто. Еще построить тут кучу. Сколько в Баринасе производств? Ну хотя 44 не так уж и много, с другой стороны. Так, пригород готов. Давайте строителя... Может, Льянера будем в корпуса объединять потихоньку. В Куэнке пригород тоже нужен. И здесь надо рыбу обработать. Так.
Это он раненый. А с кем-то еще венгры, что ли, воюют? Да. С Кри и Швецией. А, ну вон Кри там Дебрицен пилит. Блин, хотелось бы все забрать, конечно. Вопрос по Сегиту. Я бы, кстати, Сегит тоже удалил. Потому что верхние клетки это для Кахоки. Эти клетки для Эстергома. А вот этот центр, ну что тут в нем? Кампус на плюс 2. Очень неинтересно. Вот тут кампус, да, я понимаю. Ух ты. Как быстро падает-то. А смысл? Следующим ходом просто один раз выстрелим из арты и все. Так, откуда я хочу торговца отправить? Из Каракаса 2 бегает, из Картахены, из Кахокии. Надо из Рима, наверное, уже отправлять. Блин, я ж не хотел двигаться здесь. Почему какие-то мисклики получаются в этой ЦИ? Так, фабрика. Уголек. И электричество тут дофига. Так, а верфь сколько? Одно производство будет давать? Нет, тогда фабрику. Не, венгр, сорян. Тебя на карте не будет. Ты станешь частью Великой Колумбии. Ну, вы же знали, Великая Колумбия состояла из бывших римских и венгерских провинций, реально. Блин, надо поторговать, кстати, ресурсами у меня тут. И новые появились, и, наверное, старые отменились. Ну, кстати, Дебрецен, наверное, будет отваливаться тоже. Ваш народ достоин восхищения. Видите? Даже Петр мной восхищается. Поэтому ставьте лайки. Петр все-таки не просто так восхищается. Так, что тут приехал своим корпусом? Этот уже и без шарика может достреливать до Сегита. Дрям. Да, блин. Ну, уже захватишь. Так, ну, Сегит мы разрушаем. Дальше. Да, у нас приезжают пушечки, обстреливать буду.
Раз, пушечка, вот это вторая. Ну, мне кажется, самый крутой бонус Колумбии это именно то, что после повышения уровня юниты могут сразу ходить. Что у всех это пропуск хода, правильно? То есть ты должен выбирать либо улучшить, либо пострелять. А тут получается ты просто сразу. Бэдэмс. Так, давайте я тут куплю еще одну пушку, наверное. А, нет, дорого стоит. 860, ладно, ладно. Ну, тут слабенько он бьет, потому что никого в соседях нету. Как бы, считайте, равные юниты. Абсолютно. Он по великим людям. Фигня какая-то. В Вашингтон даже больше, чем в Австралию. Ну, мне надо в Австралию, потому что там у меня карточка стоит. На 2 еды и 2 производства. Апать, не апать. Только у меня тут уголь нет. Давайте не будем тратить уголь. Лучше пускай на электричество идет. Наверное, рабочий в Аквилее нужен. Так, в сети продуктовый рынок. В Каракасе продуктовый рынок. Куэнка должна расти немного. Ой, вот это, кстати, и опасно. Я что-то... Он же тоже без соседства, видите? То есть слабенький как бы юнит получается. О, тут Кри долбится об Буду. Опять меня осуждают. Давайте, давайте, сейчас опять начнется очередной хоровод осуждений. Странно, кстати, вот норвежец уже, видите, не дружелюбно ко мне относится, а Кристина... А Кристина все еще дружелюбна и все равно не хочет дружбу заключать. Давайте проверим. О, отлично. Давайте... Давай с тобой... Ну, в принципе, она с венгром воюет. Давайте военный, ладно. Так, и раз я начал заниматься дипломатией, давайте по ресурсам глянем. Мрамор с Японии можно торговать. Давайте мрамор на какао. $13 вот. Так, подождите, посмотрим. Ну, вообще, мрамора больше ни у кого нет, так что, видимо, надо соглашаться. Это, в принципе, столько бабла в ход идет, что не жалко. Так, что еще? Вино. Кстати, а мне вино просто, по-моему, давало. Ну, да, за мир, а теперь уже не дают. Ладно, давайте поторгуем. На какао то же самое. 5 в ход. Нормально.
Цитрусовые есть. Красители. У меня просто дофига городов теперь, то есть счастье просело. Дальше, нефрит. Ну, это у меня последнее, что я могу торговать, поэтому давайте глянем, может, еще какой-то ресурс можно подешевле выцегонить. Вот, например, жемчуг. А у нее есть черепахи. А вот киты. У меня китов нету, а черепах нету у инка, да? О, отлично. Парень даже хочет мне заплатить. Все. Торговля закончена. Этого убить. А, я вообще отсюда могу пострелять. Точно. Ну и нормально. Следующим ходом буду, видимо, падет. Наверное, вот сюда пригород поставим. Тут больше будет бонусов. Тут три окружает их, а тут две только клетки. Хотя тут тоже... Тут бы, конечно, поставить так вот вокруг все это сделать, потому что... Это тогда... Оазис просто как-то суперклеткой станет. Тан-тан. Тан-тан-тан. Тан-тан-тан. Интересно, к какому городу эта клетка относилась? Тут уже все четыре. Ладно, сюда ставлю. Мы тут ничего, по-моему, не ломали. Пригород. Да, давайте вот куплю вот эту клетку сюда, пригород. Сделаем. А иудаизм это чья религия? Польская. Ну, мне это не нравится тут наличие иудаизма. Мне бы хотелось, конечно, в этих городах. Даосизм. Слушайте, она тут мне... Хорошо, а иудаизм что дает? Реликвии утраивают получаемую веру. Можно строить ступы, религиозные юниты игнорируют. Да хрень полная. Мне даосизм, несомненно, больше нравится. Так, корпуса начинаем делать из... наших Льянеро. Добью, ладно. Так, это один генерал. Это второй генерал. И этих на ремонт.
Поремонтируем лошадей. Похищать шедевры. Кажется, это в России надо. Кого там больше всего? Туризма. 73, 58, 52. Ну да, как-то не выглядит, наверное, все-таки у Леоноры. Россия как-то не выглядит, что у нее много шедевров. Я Леонору вижу? Вижу. Вот в Амбуазе нету украсть. Давайте, наверное, в Париж просто разведать как бы вокруг. Видите, было недовольство в четырех городах, но я поторговал ресурсами, и все стало зашибись. Блин, надо как-то принудительно Россию выключать из партии, потому что Калинка — это какое-то дополнительное психотропное оружие. Невозможно ее так много слушать. Лабы. Вот сейчас мы по науке улетим. Сейчас мы по науке улетим. Вот сколько у нас сейчас, да? 275. Мы, правда, уже больше, чем у кого-либо. Но лабы... О, мгновенно линкор предоставили. Это крутой, кстати, флотоводец. Да, кстати, вот эти ребята, они между собой, вот это их плюс 5 к боевой мощи не объединяется, а вот с обычными генералами объединяется, то есть... С этим парнем и с генералом вы будете еще плюс 10 наземные юниты иметь. Что, по-моему, слишком круто. Где у нас более-менее живой? О, уже... Хрена себе, армии танков уже у Кри ездят. Ничего себе. Так, ну этот мы оставляем, конечно. То есть я бы и Дебрецен уничтожил, пожалуй. Не может вообще оставить ее, пускай может заключить мир. То есть мне за уничтожение целой цивилизации сразу большой минус по претензиям. Я думаю, что он сейчас все равно уйдет, поэтому я думаю, с венгром можно мир заключать. Он мне все отдаст. А, нет, не все. Говорит, нет, очень дипломатические очки нужны. Все, забирай. Не, даже благовония не хочет давать. Смотри. Ну ладно, деньги заберу. Все, можешь. Да, мудро. И тут ему буквально осталось 3 хода, похоже. И Дебрецен. Я потом могу Дебрецен захватить, когда отвалится он. Ну что, следующая Шотландия, я так понимаю. С бывшими городами Ацтек. Это еще, кстати, Ацтек существует. Я вообще поражен, что Ацтек с одним городом все еще имеется. Ну, Симпалы и Шейн тоже бывшие города Ацтека, но мне как помнится, они к норвежцу перешли за счет лояльности. По-моему. Наверное, вот сюда надо пригород поставить.
Так, в Риме. Пригород тут. Куэнка. Ставим продуктовый, фабрику, лабу. Содержание юнитов, да. Ничего там апать не собираюсь пока. Качнем Магнуса, наверное, в промышленника уже. Так, хищение технологии, давайте в Киото попробуем. А у меня тут сидит какой-то уже чувак. Ищет источники. Ну, кстати, этого я тогда на воровство денег отправлю, а вот этого как раз у меня прокачан на хищение технологий. Как только приедет, там источники будут найдены. Так, тут хочу линкор. Так, ну и, наверное, на этом серию закончу. Венгер побежден. Ему тут осталось 3 хода жить. И в следующей серии уже займемся Шотландией. Великая Колумбия действительно. Я делаю Колумбию великой снова. Это получается. Конечно, начало было такое отвратительное, но сейчас... Ну, благодаря Льянеру. Я даже не знаю, вот если бы любая другая это была цивилизация, смог бы я вырулить вот из такой ситуации, как там есть, как была. Не знаю, не уверен, честно говоря. Ну, продолжение завтра. Спонсоры канала уже видят продолжение вкладки «Сообщество». Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!